не сверни и не падай. Упадешь, поднимись, и будет тебе наградой. Цели заветная высь, я плыву к неизведанным далям. Шторм и штиль не страшат меня. На коне я валю отчаянно, и на полюсе тоже я. Голубой океан улетаю, под землею я уголь рублю. По дорогам опасным шагаю, жизнь отдам я за то, что люблю. Иди, не сверни и не падай. Упадешь, поднимись, и будет тебе наградой. Цели заветная высь. О чем бы хотелось бы поговорить на наших сегодняшних традиционных субботних пикетах? В России прошли выборы. Наверное, здесь последнее слово я должен взять в кавычки. Однако, к сожалению, об этом понятии сегодня сломано немало копий. Возникает масса споров между сторонниками и противниками участия в выборах. Люди друг друга клеймят различными ярлыками. Нет одного единства. В этом отношении, к сожалению, чиновничья путинская номенклатура добилась главного. Оппозиция сегодня всячески разделена и раздроблена. Что мы должны сделать? Важно сплотить все здоровые силы. Не должна вводить в заблуждение якобы высокая планка показателей «Единой России». Должны понимать, что та явка, которая была на этих выборах, даже если мы уберем фальсификации, которые многочисленные, эта явка была минимальной. И именно поэтому голос за «Единую Россию», который был отдан неким процентом жителей старшего поколения, он ни в коей мере не может отражать текущую реальность. Вместе с тем молодежь сегодня сказала твердое «нет» диктатуре, молодежь сказала твердое «нет» усилению репрессий и возрождению обратно в субъект. В частности, на тех участках, которые располагались в учебных заведениях, достаточно большой процент получили оппозиционные партии. О чем это говорит? О том, что достаточно высокий процент людей, которые выступают против диктатуры. И от нас зависит, сможем ли мы сплотить. Поэтому сегодня хотелось бы призвать всех наших единомышленников отбросить любые возможные разногласия. Со своей стороны мы обязательно будем готовиться к акциям, которые послужили бы не просто итогом состоявшихся выборов и не просто выступим с протестом против фальсификации, но и выступим с реальной программой, которая нам поможет идти вперед. Отбоя не было, борьба продолжается. Россия будет свободна.